Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке «Страшная кукла». Мы продолжаем играть, тут уже повыходило куча-куча всяких обновлений и тому подобное. Я это все время не играл, но сейчас решил поиграть, посмотрим, что у нас изменилось в этой игре. Тогда я еще, кстати, даже и не прошел, но сегодня, возможно, мы пройдем. Ага, ну, вроде начальную сценку мы уже видели. У нас тут новогоднее обновление, кстати. Дом прикольно сделан. Ага. Добро пожаловать домой. Это забавно. Предоставь это мне. Так, все окей. Что здесь произошло? Бла-бла-бла. Ну, по-моему, мы это все видели. Короче, смотрите, у нас тут подсказки появились. А камень, бла-бла-бла. Камень получить этот предмет. Ну, давай. Вот смотри, камень. Взять. И что с ним надо делать? А. Здесь нужен интернет. А у меня его нет. Поэтому... Без камня. Что это такое? Собрано кукол. О, нифига прикольно. Я не помню, как я уже в прошлый раз, если честно, проходил. Прям совсем не помню. Так что... Мы сейчас будем проходить... по логике тупо. Так. А что это такое? Он у меня сразу вылезает, типа... А, нет, подожди, здесь на другие кнопки надо раскачиваться. Или как оно тут? Хм. А! А, я неправильную кнопку нажимал. Я нажимал кнопку выпрыгивания случайно. Так. Ну, не знаю, насколько я правильно делаю. А, вон, вроде увеличивается скорость. Хоба. Хоба. Обалденно. Нифига себе. Офигеть, ну сейчас мы должны уже выпрыгивать. Как мне выпрыгнуть? Хоп. Ой. Бам. Получилось. Отлично. Так, мы сверху. Я, кстати, читал у этой игры отзывы сейчас. Вот что-то так много плохих, типа. То, что сумасшедшая кукла какая-то и так далее. Это немножко напрягает меня. О, еще куколка. Забираем. Я не знаю, что они дают, эти куклы. Вообще без понятия. Так, здесь есть дневник. Ну, я не знаю, нужен ли он нам вообще. Можно, типа, почитать, но мы примерно это все дело читали. Привет, куколка. Так, здесь подарки. Подожди. Вы можете носить в руке что-то только один предмет. Бла-бла-бла. Здесь не хватает, видимо, куклы какой-то. Музон этот. Так, здесь у нас что? Ага, еще. Отлично. Сюда нужно что-то положить. А! Осколок, что ли, сюда нужно притащить? Не понял. Погоди-ка, попробуем. Оно под... А вот ключ же, ё-моё. А нет, это записка. Да что ты будешь делать-то? Все неправильно. Так, ну-ка возьмем. Возможно, это то, что нам нужно. Потому что, ну, выглядит как минимум так. Так. Есть! Та-дам! Я не хочу быть такой, я не хочу быть куклой. А, нифига себе. Понял, понял. Но в прошлый раз мы этого не видели, согласитесь. Сидит так забавно. Кукла именно. Девочка-то нормально сидит. Ну окей. Так, что будет дальше? Поплакала, все прошло вроде. Часть фотки у нее. Нифига. Че, сюда теперь больше ничего не надо, да? Так, ну садись ты, почему ты не садишься? Почему мои воспоминания, бла-бла-бла. Ну это надо куда-то тащить. Либо у нее надо забирать фоточку. Вон она. Но она с собой, видимо, таскает, мне нужно... Либо дробовиком ее как-то убить, или что? Но я ключ по-прежнему не могу найти. А что, у нее нет? Что за фигня? Как она вообще выходит там? Подружание, блин, как мне выбраться из дома? Это вообще не смешно. О, топливо. Фух, я нашел ключ этот. Это просто жесть.
Так, у меня теперь зажигалка. Так. Хоп. Ага, вот. Ружье есть. Забираем. И теперь уже нужно попробовать как-то убить куклу или что-то типа того. Я не знаю. Ну-ка попробуем. Патроны. Патроны валялись и на полу были. Но когда нужно, конечно, их ты не найдешь. Ага, хотя нет, вот. Теперь нужно как-то прицелиться по этой кукле. И это будет капец как сложно, как я понимаю. Так, короче, ребят, сейчас попробуем убить куклу. Не знаю, я еще раз повторюсь, это будет, походу, тяжело. Так, ну, ай, дебильное управление. Но это из-за эмулятора, я давно заметил, он у меня что-то очень стал по-идиотски работать. Тут... О, нифига. Просто стой на месте, я выстрелю по тебе. Так, хоп. Есть. Что это такое? Не знаю. И где кусочек картинки? Че, я зря убивал, что ли? Вот тебе на. Нафига ее тогда убивать нужно было? Так. Ага, дверь выбили. О, я помню эту локу. Здесь мне нужно найти виллы и с помощью вилл обыскивать. Алло. Ага, вот. Так. Каждую причем. Ага, ключ все-таки был капец каким маленьким. Так, а для чего этот ключ еще раз? От амбарного шкафчика. Амбар. Это какой-то типа погреба что-то. А может это... Туда, наверх. Только как бы... А. Погоди, давай... Амбар, амбар, где этот амбар? Ну давай попробуем туда спуститься. Конечно. Здесь лопата типа нужна, но... И так получается проползти. Поэтому можно даже не заморачиваться. Хотя нет, по-моему... Тут вот... куча грязи не дает пройти, да? Ах, все-таки нужна лопата. И тут лом, да, нужен. А вот, кстати, амбар. Нет, это погреб. Ну, хотя... Черт его знает, как он в итоге будет называться. Так что я... Ключ тут сбросить не могу. Погоди. Да... Какая-то фигня вообще. Путаница жесткая. Ну, лопата сюда нужна, ё-моё. Что еще поделать? По-другому тут не проберешься. Хм... Ну окей, давайте рыскать дальше, искать. Я что-то не знаю, что от меня требуется тут. Ну, посмотрим. Окей, лопату я в этом шкафу нашел. Спускаемся тогда обратно вниз, и уже все должно получиться в этот раз. Ну, я так надеюсь. Вот, повернем сейчас налево, там будут уже какие-то ключи, что-то типа того. Но мы как-то должны дальше проходить в любом случае. Так, поехали. Какая-то книжка. Но... Что мне с ней делать? Ну ты вставай, ты же... Ты зачем ползешь-то? Ты же тут можешь ходить. Ну что это за бильберда? Так, ведро нашли. Ладно, ведро пока что оставлю. О, ключ. Ключ от подвала. Под вопросом, выберусь ли я тут, но я попробую. Хух, найс, выбираемся. Надеюсь, мне лопата не пригодится, потому что обратно этот путь проходить вообще нет никакого желания. Так, здесь куколка и также есть тотем. А что ему нужно? Тотем жизни. Принеси мне нужную награду. Давайте посмотрим, что будет жизнью тотем. Кролик, скорее всего, да? Окей, но я понятия не имею, где пока что кролик, так что... Давай это дело оставляем и идем в подвал. Смотреть, что у нас тут. Так... Спускайся. Тут... наконец-то этот лом. Который везде и сюда нам нужен был. Здесь записки. Привет, тебе что надо? Мышление. Ну тут, наверное, нужно книжку ту притащить. Я так думаю. Так, ну хорошо. Мы с этим справимся, думаю, без проблем. Что-то тут еще нужное есть мне? Так. Доски убираем. А мы сейчас еще можем кое в какое место пробраться с помощью ломика.
А, подожди, это оно и было. А для чего тогда мне еще ломик нужен? По идее. Так, это не уберешь. Может, с этой стороны получится? Нет, тоже. Хм. Так. Подожди, дробовик, камень, ключ, миска, зажигалка. Хм, а как мы тогда должны ломать вот эту вот решетку или что это? Я что-то без понятия. С помощью дробовика, может быть? Вообще не знаю. Так, ну надо как-то думать дальше, что делать-то. Попробую, конечно, взять, выстрелить, но... Не уверен, что поможет. Ох ты, да ладно. Ну окей. Все-таки помогло. Тогда берем, поднимем, сейчас посмотрим. Что мне это все даст. Так, что тебе надо, чел? Тотем памяти. Ну тут кусочек... Наверное, тут надо полную картинку притащить, я думаю. Как-то так. Но из всех наград у меня есть только одна единственная. Это книжка. Так, ну-ка. Хоп. Есть. Ты мне что-то за это даешь? А. Ты останешься здесь, пока Роза не поправится. Точно. Воспоминания. Так. Ну, окей. Одно мы получили хотя бы. Это уже радует. Куча грязи. Ну, грязь тут есть. Может быть, я пойду за лопатой. Короче, ребят, попробуем мы все-таки обрывок воспоминаний перетащить. Ну, не полностью. Может быть, получится. Потому что я уже дальше не знаю, что делать просто. Поэтому так. Идем. Есть, работает. Ну, ладно. Так, что у нас тут? Это мы уже не видели. Чертова девчонка постоянно прячется. Вот увидишь, я тебя найду. Девочка тоже такая странная немножко. И неудивительно, что кукла ему и так сидит тоже странно. Так, как мне отсюда упасть? Мне надо присесть, что ли? Ага, ну да. Так, ну остается найти кролика. Я вообще понятия не имею, где он. Ну вот реально. Давай, конечно, возьмем корм. Вот оно. Сюда. Я его должен убить? Но если я его убью, то вряд ли это будет уже жизнь. Так. Не похоже, что у него хорошая жизнь. Немного болен. Тогда хавай дальше, я не знаю. Или как я его должен подлечить? Хм. Может, ему подарки нужны? Куда собрался-то? Не-не-не. Ну давай попробуем все-таки, я сначала попробую перенести туда. Если уж не получится, то мы что-то будем думать. Хм. Не похоже, что у него хорошая жизнь. Ну как будто бы хотят, чтобы я его вылечил. Но... Фиг его знает, как я должен его лечить? Тоже без понятия как-то, да? Ну давай, блин, я конечно не люблю в этот проход лезть. Это надо 1000 километров пробегать. А тут есть вот какой-то предмет для этого? Зажигал, кукла Клэр, миска, кролик. Драгоценный медальон папы еще где-то нужно найти. Не, ну все остальное мы в принципе брали. Камень. Может быть, мне нужно что-то сделать с камнем, чтобы он превратился в драго... Не. Это какая-то фигня. Ладно, посмотрим. Я тут еще эту вот грязь должен покопать, ё-моё. Так, попробуем. Перем. Пожалуйста, бро. Есть. Фух. Повезло. Угу. Смотрим это воспоминание. Катаемся на качельке. Качаемся. Ага, вон кролику еду выносит ее мама. А, это девчу... Чего? А, ну блин, что-то ее жалко. Вообще так к ней фигово относится. Кролик, хеллоу. Ага. Так, ну все, с этим разобрались. Теперь драгоценный... Это что такое? Драгоценный медальон папы. Окей, ребята, все-таки понял, где находится пароль. 3980, он находится на тачке. И
По-моему, теперь мы как-то должны допройти. Я думаю. Так, ну-ка. Попробуем. Ну, нам еще наверх надо будет на качелях снова забраться. Отдадим там. Ну и надеюсь, уже будет реально концовка. Или как он тут вообще работает. Но я не доходил еще так далеко, поэтому... Фиг его знает. Так, 39,80 же, да, было? Хоп. Есть. Пошло дело. Так, драгоценный медальон забираем и идем качаться на качелю. Так, ну поехали. Хоба. Ой, не спрыгивай. Фух, получилось не спрыгнуть. Так. Ну, такими темпами мы год будем раскачиваться. Ты можешь как-то поскорее, ё-моё? Хоба. Оба. Есть. По-моему, я уже четко понимаю, как это делается. Оба. Есть. И все. А, тут уже можно прыгать. Пинг. Есть. Ух ты, ё-моё. Так, ну и где тотем последний? Я тебя слышу. Только где ты? А, вот ты, ё-моё. Нифига себе. Типа, надо к тебе спуститься на дно. Окей, давай. Тотем богатства. Угу. Опа, нифига заболела, сестренка. Больна должна быть ты, а не моя дочь. О, нифига себе. Так, тут есть камень. Камень. А что мне с этим камнем делать? Вот тебе на. Я все активировал или нет? Что теперь? Походу, ребят, я нашел последнюю куклу. Вы разблокировали новую куклу. Хорошая работа. Нифига себе. Прикольно. Так, но... У меня есть нюанс. Короче, по логике у меня должна была появиться кукла Клэр, которую я должен был активировать там снизу в подвале, но у меня вообще ничего не появилось, и я не знаю, что делать дальше. Я просто как балбес хожу тут кругами, и, ну, ничего нет. Вот и все, что у меня тут происходит. Короче, ребят, я решил получить плохую концовку, потому что, может, я что-то тупой, я недопонимаю чего. Будем друзьями навсегда. Но я не смог так найти эту куклу, которая должна после последнего тотема появляться. Паник. Ты выглядишь прекрасно. Она меня перешивает. Она из меня тоже куклу делает? А, точно, у нее же коллекция кукол. А, я мальчик. Теперь мы сюда будем вместе, папочка. Я папочка? Окей. Ну, вроде как получилось. Ну, серьезно, ребят, я не знаю, почему у меня не получилось пройти. Где эта кукла? Я вроде бы все, что надо, сделал, но... Реально, причину я не знаю, почему именно не получилось. Может, баг какой-то или что. Пока что на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.